Приветствую всех. Хотел рассказать последние новости из гаража. Значит, что тут у нас процесс идет. Сегодня ездил на так называемый блошиный рынок. Метро Удельное в Санкт-Петербурге. Периодически езжу на него и в выходные дни на рынок Вавтово, Юнона. Вот, я на самом деле много что-то там из инструмента периодически покупаю там. Думаю, сделаю отдельно такую по сериям, что было там приобретено. Вот сегодня не так много. Сегодня я приобрел вюртовский вот разрушитель ржавчины. Два баллончика по 400 мл, они новые абсолютно. Штука хорошая. Не сравнить ее с ВД-шкой, с ВД-40. То есть совсем другая вещь, она и смазывает, и ржавчину убирает гораздо лучше. То есть, вот у меня еще, сейчас посмотрим. Вот она такая же, я покупал. Вообще вюртом как бы я пользуюсь. Это медная смазка. Это спрей цинковый, типа грунта. И вот такая же жидкость, просто в другом баллончике. Здесь она 300 мл. Ну так, для сравнения, вот этот баллончик, он стоил, по-моему, в районе 300 чем-то рублей. Вот эти два я купил каждый по 150, за 2-300. У продавца спросил 2 за 250. Он сказал, торгу нету. Другой продавал тоже медную смазку, подобный баллон, но не вюртовскую, а другую. И был у него очиститель тормозов, вюртовский большой баллончик. И такие же стояли. Тот сказал, по 300 каждый. Вот. И еще приобрел я вот такие уголки, на которые вешаю полки вот эти все. Причем вот эти, они с таким ребром жесткости. У меня обычные, они прямые. Вот. На этом. Вот они. А, ну здесь тоже с ребром. Это другие. Я-то на обычные вешал. Здесь и будет видно. Вот они обычные. Так, из... А, уголки, не помню, сказал, не сказал. Они по 10 рублей. Уголок я взял. 2, 4. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 7 штук, все правильно. 7 штучек уголков. Еще из не сегодня купленного, это щипцы для снятия стопорных колец. Это разбирать вот эту штуку. С этой стороны подшипник я снял. Я его просто выбил, потому что он под замену все равно. Вот такой вот роликовый подшипник. Это я сейчас раскручу. Хотел купить ключ разводной на 39, откручивать эту гайку. Но один раз я ее откручивал уже просто зубилом. Думаю, что я повторю то же самое. Раскручу, сниму стопорное кольцо. Промою все здесь и... вытащу вот этот подшипник. Потом поеду в магазин. Куплю подшипнички новые, соберу. Вот. И еще что-то из последнего по гаражу. Я привесил мотовелосипед свой. Если видно, здесь не видно, наверное. На крючки к стене вот туда. Здесь плохо видно. Но повесил неправильно. Не в правильное место, потому что когда загоняешь машину, здесь остается большой зазор из-за зеркала, то, что можно цепануть. И здесь проход, соответственно, уже. Надо его перевешивать вот отсюда, вот сюда на стену, ближе сюда. Ну, это я попозже займусь. Вот, и еще я из-за кромов
родина гаража. Достал глушитель. Это глушитель от Риги 13. Сейчас его на свет вытащу. Такой в хорошем состоянии. Как-то я его покупал. Обошелся он мне, по-моему, в 1000 рублей. Но он реально в хорошем состоянии. Ну, чуть потерт. Вот здесь чуть мятинка, и скрепление целое, все. Хром без ржавчин. Гаечка в идеале. И патрубок у меня был. Патрубок, или кто-то называет колено. И вот мысль поставить его на мотовел мой. С него глушитель поставить вот на эту раму. И плюс я еще искал бачок. Точнее, я нашел на Авито уже бачок от Минска, от старого. Такой в виде капли. Списался с человеком. Хотел приобрести. Стоил он 1000 рублей. Спросил, есть ли возможность отправить почтой. Это из Вологды. Продавец в Вологде находится. Он сначала написал, что да, возможность есть. Плюс 300 рублей. За пересыл я согласился. Вот. А потом он съехал, написал, что передумал продавать. И я подумал, может, за другие деньги продают. Но потом объявление было снято. Так что буду искать подобный бачок на эту раму мотовелосипеда. Ну, пока, наверное, все. Сейчас буду разбирать. Буду плату сцепления вот это снимать и подшипник вытаскивать. Пока все, наверное.